Гиппократ говорил: болезнь легче предупредить, чем лечить. Роспотребнадзор напоминает: для профилактики гриппа, для дополнительной защиты используйте медицинские маски, мойте руки, пользуйтесь антисептиком и соблюдайте социальную дистанцию. Старайтесь минимизировать пребывание в общественных местах и местах скопления большого количества людей. По возможности избегайте контактов с заболевшими, либо соблюдайте меры предосторожности. Прогулки на свежем воздухе, физическая активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек и полноценный сон помогают сохранить здоровье. Ведите здоровый образ жизни. Ваш Роспотребнадзор.